الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء مالبا делится на два вида. الأول دعاء عبادة. كل عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. Первый вид дуа – это дуа поклонения, дуа ибада. Всякое поклонение, которое посвящается не Аллаху, является большим многобожием. Салля лигайри Аллах. Если человек совершит намаз не для Аллаха. Хаджа лиль кубур. Или совершит хадж к могилам, паломничество к могилам. Забаха лиль джин. Или совершит жертвоприношение для джинов. Хаза ширк акбар, хаза аль-кисм аль-аул. Вот это вот большой ширк, это первый вид. Аль-кисм аль-тани мин ад-дуа. Второй вид дуа. دعاء مسألة دعاء طلب أقول لهذا اعطني كاسة ماء. دعاء بروزبة. Например, говорю человеку, дай мне вот стакан воды. هذا ينقسم إلى قسمين. Вот этот вид دعاء делится на два вида. أن يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله. هذا شرك أكبر. Когда просят у творения что-то, на что способен только Всевышний Аллах. Вот это большое многобожие. رجل يطلب من ميت الرزق مثلا أو إنزال الغيث أو الولد. Например, человек просит у мертвого надел, то есть удел ему достаток, или наделить его ребенком. أو يطلب منه الولد. Просит у него ребенка. نعم. أو إنزال المطر مثلا. Или ниспослание дождя. هذا لا يقدر عليه وهو حي. Человек этот мертвый не был бы способен дать это даже если он был бы живой. فما بالنا وهو ميت. Тем более если он уже умер. إذا هذا شرك. أكبر. Значит, это большое многобожие. لا يقدر عليه إلا الله. На это способен только Всевышний Аллах на эти вещи. نعم. القسم الثاني. Второй вид. أن يطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه. أقول له هذا أعطني كاسة ماء. Это когда ты просишь у творения, у человека что-то, на что он способен. Например, говоришь ему, подай мне стакан воды. وهذا يصح بشروط أربعة. Вот это вот возможно, но только при наличии четырех условий. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. Чтобы просьба была обращена к живому человеку, а не мертвому. وأن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني لا يمكن أن يكون هو مثلا في أوكرانيا ويطلب من ولي في أفريقيا. Просьба должна обращена быть к присутствующему человеку, а не к отсутствующему. Не может быть так, что ты, например, сидишь в одном месте. يعني لا يمكن أن يكون هو مثلا في أوكرانيا وينادي الولي الذي في أفريقيا. Например, он находится в Украине, обращается к какому-то угоднику, который находится в Африке. أن يكون الطلب من قادر لا عاجز يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول لا يتحرك أقول له أعطني كاسة ماء. Третье условие должно быть обращена просьба быть к человеку способному, а не к бессильному. Например, нельзя обращаться к какому-то человеку, который парализован, чтобы он подал тебе стакан воды. نعم. الرابع أن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع. И четвертое условие ты должен быть убежден, что вот это всего лишь причина. Сама по себе, которая не приносит пользы и не приносит вред. Да, если дал он тебе воду, хорошо, если не дал, то даст тебе другой. Подобно мольбе, такая вещь, как истиана, то есть обращение за помощью. Например, говоришь человеку, помоги мне перенести вот этот стол. Можно ли это? يصح بهذه الشروط الأربعة. Да, можно, но при наличии вот этих упомянутых четырех условий. رجل من الناس غرق في البحر. Например, какой-то человек тонет в море. يناديك أنت على الشاطئ. И обращается к тебе, который на берегу. يقول أنقذني أغثني. И говорит тебе спаси меня, спаси. يصح. Можно ли это? بهذه الشروط الأربعة. Да, при наличии вот упомянутых четырех условий. رجل من الناس. Да, какой-то человек. يقول لك أريد أن تشفع لي حتى أقبل. Говорит тебе, я хочу, чтобы ты ходатайствовал за меня, чтобы я смог поступить в университет. يصح. Можно ли это? نعم, بهذه الشروط الأربعة. Да, при наличии упомянутых четырех условий. إذا فقد اختل شرط من هذه الشروط الأربعة. Если отсутствует хотя бы одно из вот этих четырех условий. ينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك والله أعلم. То тогда уже вот это суждение хуком переходит от дозволенности к большому ширку. То есть это становится уже недозволенным, а становится большим ширком, большим многобожием.